Коротко о международном визите в наш регион. Две школы Королевства Таиланд присоединились к международному культурно-образовательному проекту «Как дела?». Это проект города Твери, который был разработан для международного общения школьников. О перспективах сотрудничества со школами Таиланда расскажем далее. Изначально культурно-образовательный проект «Как дела?» был задуман как способ общения со школьниками и преподавателями из городов-побратимов. В основном такая работа существует в режиме онлайн. В последнее время особенно активно проходили встречи с армянским городом Гюмри. Теперь к проекту решили присоединиться две школы из Королевства Таиланд. И для этого в Тверь приехала целая делегация. Знакомство тайских гостей с тверскими школами началось с гимназии номер 6. Общаемся в основном дистанционно с городами-побратимами, с школами-партнерами в этих городах. И на сегодня радует, что другие страны к нам присоединяются и стучат в наши двери, которые мы всегда готовы открыть. Россия очень дружелюбная страна. Мы умеем дружить семьями, школами, городами. Экскурсию по 6-й гимназии, одному из старейших учебных заведений Твери, для зарубежных гостей на английском языке проводили сами учащиеся. Тайские коллеги побывали на уроках, посетили школьный музей. Хлебом, солью в лучших традициях русского гостеприимства тайскую делегацию встречали в школе номер 15, которая в этом учебном году открылась после капитального ремонта. Гости осмотрели обновленные кабинеты и рекреации, пообщались со школьниками на уроке английского языка. Если мы говорим о детях, о том, чтобы их сплотить, о том, чтобы показать, какие у нас общие интересы, нужно рассказать о себе, о своих интересах, о своей стране, об истории и узнать, соответственно, про их интересы, найти уже общие точки соприкосновения, и дальше будет понятно, в какую сторону двигаться. За чаем с пирогами тверские педагоги и гости из Таиланда обсудили перспективы предстоящего сотрудничества в рамках проекта «Как дела?». Несмотря на то, что русская и тайская система образования не похожи, всегда можно найти точки соприкосновения. Проект стартовал. Отношения между нашими странами прекрасные. Возможно, хорошей идеей будет расширить его и пригласить близлежащие к Таиланду страны, Камбоджу, Мьянму и Лаос, присоединиться к этому проекту. Визит тайской делегации пришелся на предновогодние дни, поэтому всем ее представителям Дед Мороз подарил сувениры. А первая рабочая встреча в рамках проекта «Как дела?» в режиме телемоста запланирована на январь 2024 года. Готовы были еще посмотреть.